Трава попала обладает шикарным составом и поэтому используется в народной медицине. Она поможет бороться с простудами и гриппом, уберет воспалительные процессы, поможет бороться с вирусами и бактериями, так как является хорошим антисептиком. Очень важно, что трава обладает свойствами диуретика и солуретика, чем помогает снизить и безболезненно вывести камни из почек и желчных протоков. При регулярном употреблении из организма выйдут шлаки и лишние ураты, аммиак и соли тяжелых металлов, и состав крови нормализуется, ее структура станет менее густой, а значит риск тромбоза не будет вовсе. Также полпала нормализует работу желудка и поджелудочной, желудочно-кишечного тракта, избавит от полипоидных структур, нормализует менструальные циклы и затормозит деление атипичных клеток. Для приготовления целебного напитка нужно высыпать 2 ложечки травы в кастрюлю, залить стаканом воды, томить на водяной бане 15 минут, после чего остудить и профильтровать. Надо долить кипяченую воду до исходного объема воды в 1 стакан. Пить нужно по четверти стакана 3 раза в сутки в теплом виде за 30 минут до еды. Употребляем до 30 дней, потом делаем перерыв на месяц или даже на 2 и повторяем курс.